вновь, что балконная дверчик приоткрыта, и кисейную тюль в окно, где пыльный июль выдувает капризный сквозняк, не скрывая свою любовь, то не светит танцует Рио Риту, веки полуприкрыв этот странный мотив, позабыть не могу я никак. Плыла ты над нами через страх и озноб, через восторг побед Аргентины далекой привет. Ах, Рио Рита, как плескалось алое знамя в нашей юной стране, был каждый юный вдвойне, где все это не было и нет. Ненавидеть должна, люблю. Вы мне правильно тогда говорили. Девочка, смотри, какая маленькая. Ах ты ж, торопыга моя. Видишь, какая девочка у тебя. Рыжая, как кукушкино яйцо. Счастливая будет. Господи.
пошла отсюда, попадья. И выродка забирай. Пет. Чего? Чего она говорит? Она немца своего зовет. Ничего? Ничего. Сейчас встретитесь. Шустрый, садись, пиши. Чего, давай, давай, родной. Давай, садись, садись, пиши. Давай, миленький, давай. Давай, родной, давай, давай, дорогой. Давай, да, давай, пиши. Давай, 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 пиши. Пиши, пиши, родной, давай. Так, приговор. Разоблачение шпионки, втёршейся в доверие партизанского отряда и подполья, которая жила с немецким офицером. Чё ты рот открыл? Я сказал, пиши! Выводи ее. Ай. Давай, давай. Молодая девушка, лейтенанту-летчику, со слезами верности и любви клялась, но в годину черную обманула сокола и за пайку хлебушка немцу продалась. Но вернутся соколы, прилетят отважные. Что тогда им, девушка, будешь говорить? Торговали чувствами, торговали ласками. Невозможно девушек будет оправдать. Там, а там ваши, там, туда вниз, там ваши. А ты, бабоньки, что, фрицев хотела, что ли? Да нет, там девчонка, молодая совсем. Убьют же ее ни за что. Да не голоси ты, какая девка? Да она из ваших, из города. Она наша, и немец ее тоже как наш. Туда, вон там. Это Савельев с отрядом. Сюда. Давай, давай, давай. Налево, скажи. Часу вы должны были начать атаку. 6 часов 30 минут. А по какому праву вы нарушили приказ? По праву отвечающего за жизни своих солдат. Начинать атаку без артподготовки означает положить людей зазря. Вы сорвали план командарма. Товарищ генерал, мы начали атаку на час позже, но мы заняли позиции без лишних потерь. Это не первый случай саботажа. Но так как ставка высоко ценит ваши боевые заслуги, это дело пойдет на рассмотрение нашей комиссии, а не трибунала. Все свободны. Смотри, Коля, так ты недолго проносишь эти погоны. Да еще с твоей биографией. Ты не имеешь права на ошибку. Дай водички, пожалуйста. И еще, разберись,
Разберись, кто возле тебя пасется. Сигнал за сигналом, сигнал за сигналом. Ты знаю я, кто это. Но, как говорится, не можешь победить врага, подружись с ним. Ух, думаю, не время сейчас для дружбы с врагом. О, я это как никто другой знаю. Ну и бить лежачего тоже не могу. Вернусь в школу работать. Марзианович звал. И хозяйка квартиры отписала, что примет. Глаша будет Витю приносить накормление. Да? Алексеич? А? Алексеич, ты у меня когда ходить начнешь, а? Письмо. От Алёши? Да нет. Непонятно, из Харькова. От Вари. Мне, уважаемая Надя, пишет вам Ганна. От какой-то Ганны. Приезжайте, кто сможет. Это касаемо близких вам людей. Расскажу при встрече. Может, что-то про Алёшину родню? Или Варя могла под чужим именем? Ну, а кто поедет? У Катерины вон работа, у тебя дитё малое на руках. И я должна ехать. Им всем по 20 лет, мальчишкам 43-го. Страну закрыв собой, врага достойно встретили. И встретили еще своей любви навеки, чтоб войны хлебнув с лихвой мальчишки 43-го. Сильно. Неужто сами написали, Николай Ильич? Вот балуюсь иногда. Фима, правда, ругает, говорит, нескладно. Он у нас все-таки писатель. Ну, так он же и не стихи пишет. У него дневник. Мама, провожая меня, ни слезинки не пролила. Последний раз наши взгляды встретились страшной безнадежностью. Вообще-то читать чужое нехорошо. Я просто сказал, что печататься рано. Как вы считаете? Нет, написано искренне, сильно, эмоционально. Но печатать поэму я бы все-таки не стал. Мой вам совет, товарищ полковник. А мне нравится. Николай Ильич, а вы помните вот то, что вы мне читали? Сейчас. Боевые подруги наши, вы все время в наших сердцах. Мы воюем, а вы нас ждете. Слезы горькие пряча в глазах. Вы выносите столько тягот на хрупких своих плечах. Боевые подруги наши, вы все время в наших сердцах. Ну, разве плохо? Ну, вот у Лили лучше получается, когда с выражением. О, вечер поэзии. Про боевых подруг – это хорошо. Кстати, а как там моя Иринка? Спасибо вам, товарищ военкор, что устроили ее на работу. По крайней мере, теперь Ирина будет при деле. Хорошо работает? Старается. Данилкин, несите машину. Здравствуйте. Здрасте. Ира, ты чего это? Ты что, переезжаешь? Куда? На Арбат. Комнату дали. Конечно, это не чита этой квартире, но спасибо мужу и за это. Зачем? Мы же договорились, живи тут. Я тебя чем-то обидела? Мне там будет удобнее. Нет, 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 ты никуда не поедешь. Ты что это такое выдумала? Ты меня слышишь, Ира? А может, мне надоело твои осуждающие взгляды ловить, когда Данилкин приходит? Я тебя никуда не отпускаю. Как мне потом оправдываться перед Семеном? Может быть, я с ним сама решу? Да отпусти ты чемодан! Я живу, как хочу. Это ты у нас правильная. Аж зубы сводит.
Данилкин, возьмите чемодан. Мы проснулись. Ой, ты моя маленькая. А у нас гости. Да? Тут Варя просила сразу передать, если что. Ну вот я сразу, если что, передаю. Чтобы не забыть. Она семью нашла, Алексея, да? Да. Крепись, девка. Тереховый Петр, Агния Светлана, казнены 17 декабря 41-го. А Терехова Татьяна, ее в Германию угнали. Дай бог, чтоб жива осталась. Понятно. А Варя? Она на задании? Жадненькая какая. Надей крестили. Варя так сказала. А этот Ирод ее самолично. Спасти могли, спешили. Не успели. Это уж потом стало известно, что она на подполье работала, и что немец ее этот доктор ихних раненых лечил. За немца, конечно, ее бы судили. Но чтобы убивать. А этот, видать, не простил ей, что она не его, а немца любила. Молоко бежит. У меня сын дома. Я ехала, грудь перевязала, а все равно бежит. Так ты, может, приложи? Ну, бери. Бери, бери. Ты видишь, тетка твоя, какая прожора. Тетя Ганна! Тетя Ганна! Тетя Ганна! Там, у хаты, это рыжий вас ищет. Злючий. Савельев, что же ты ему не имется? Ты знаешь что, милая? Беги туда, на станцию. С ней, он за ней пришел. Давай, милая, давай. Смотри. Вот так, прямо на станцию, через лес, а там дорога начинается. Давай, с Богом. Господи. Ну, пойдем.
барина. Вот. Отец ее нету. Тоже. Моя Варенька наша. Глаша, иди на кухню. Да что же это такое? Глаш, на кухню иди. С дороги они еды принесли. Ой, беда-то какая. Что мне теперь с ней? Куда, мам? Решай. Твое дитё? Нет. Подруга погибла, у меня свой 10-месячный. Муж без вести пропал. Ну, куда мне? Ладно. Оформим, как найденыша. Девочка. Здравствуй, рыжулька. Только не кричи. У нас здесь своих горлодеров, знаешь, сколько? Вон как орут. Там все мои данные. Я буду навещать иногда, если можно. Закон вышел, что сирот можно сейчас записывать как своих. Без всякой волокиты, и правильно. Полстраны в сиротах. Ну что, оставляешь? Ёлки-палки, ну? Ну что ж вы так под машину? Наденька, не испугались? Извините меня, извините. Ты что это под машину бросаешься? Это твой ну, сын? Ты посмотри, а. Сколько ему уже? Это... То есть Витя дома. Ему скоро год. А это? Еще успела? Прыткая. Вот, Данилкин, о ком нужно очерки писать? Твой или нет? Моя. Надя моя. Надя? Да. Столько имен, а кроме как своего не нашлось? Так, Ирочка, да, ну-ка, да, давай, дядя. давай. А вы, товарищ Данилкин, собираетесь пополнять убыль населения? Убыль населения пополнять нет, но над приростом работать собираюсь. Ладно, Надя, маме боевой привет.
Че смотришь так, попадья? Дыру прожжешь. И без меня прожгут. В аду. Да ты, я там вижу уже, в кого превратился. Че смелая? Добренькая. Как же? Фрица в отроде спрятала. Скажи, где девочка? Зачем ищешь? Может, я себе хочу ее взять. Ну, скажи, где? Я тебе еще тогда сказала, что не знаю, где, не ищи. А я знаю. Про гостью столичную. Не найду, что ли, куда она ее увезла? Или думаешь, скрыть, чей ребенок? Кому следует, тот уже знает. Христом Богом тебя прошу. Уйди ты отсюда. Моя та тебя берет, что девку такую загубил. Но грехи я тебя не отпущу. И даже не проси меня. Понимаю вашего упорства, Надежда Николаевна. Для таких детей есть специальное заведение. Ну, отдайте ее туда. Это моя девочка. Отец кто? По нашим сведениям, отец ребенка немец. То есть враг. Это неверное сведение. А мать — дочь врага народа Варвара Козуб, которой харьковские подпольщики доверились. А зря. Я вам еще раз повторяю, что девочка моя. Я поехала в Харьков, на родину мужа, узнать про его родню. И там преждевременно родила. Ну, врешь, а? А отец твой, генерал Антонов, каково ему, фронтовику, узнать, чем его дочь тут... Подружку прикрываешь? Ей-то уже все равно, она мертвая. Отдай, я ж добро советую. Понимаете, она моя и мужа. А вы советуете глупости. Хорошо. Стынать! Нет! Блин, пожалуйста! Слушай, ты, дрянь! Муж твой давно пропал, может, убит. Нет! Говори, чей ребенок. Ну, кто отец ребенка, называй! Окей, come on, let's play, come on! Okay. Слышь, Лёшка, я тут секрет узнал государственной важности. Чего? Домой скоро? Да не это. А чего американцы после увольнительных на базу как стёкнышки возвращаются? Хотя все бары успевают обойти.
Они, оказывается, после этого дела томатный сок литрами хлещут. И похмелье снимает, и запах маскирует. Терехов, Клочко, опять трепетесь почем зря? Товарищ замполит, уговор помню. Больше пуда не молоть. Свободен. Отбой для всех был. Товарищ майор, долго нас еще трепать тут будут? Не знаю. Ну вот получим от них все, что нам положено. Ну и сразу улетим. Товарищ замполит, уже 2 месяца ждем. Еще 2 месяца подождем. Ты знал, на что шел. Я не знал, что так надолго и так всерьез. Мне семье надо сообщить. Ты подписку давал? Что, мамки-няньки заждались? Насчет мамы не знаю. Меня жена и сын ждут. Меня тоже много кто ждет. Терехов! Терехов, стой! Стой! Лешка, стой! Стой, дурак! Лешка! Лешка, не дури! Все, хватит! Я домой лечу, ясно? Я не на это подписывался. Там война идет, на небе тоже. И люди гибнут, а мы здесь жируем, как сволочи последние. Я домой лечу, к семье, ясно? А потом на фронт, настоящий, где воюют. Хочешь след стрелять, а я лечу. Совсем сдурел. И ведь полетит. А куда он без горючего-то полетит? А мне плевать. Плевать! Значит, мы здесь жируем, да? А ты о наших товарищах погибших забыл? О Мишке Полевом, о Ваньке Жуке забыл, да? Тебе еще напомнить? Еще! Самолет зачехли. Не больно было, мам. Унизительно. Почему вызывали? Чем виновата? Тихо. Больше вызывать не стану по этому вопросу. Твоя дочь, значит, твоя. Решай с ее оформлением. Да еще, Алексея твоем. Жив, летает. Некоторое время вы не будете получать от него вестей. Больше вас сказать не могу. Считайте, что он в дальней командировке. Лучше бы вам уехать на какое-то время. К Марфе поедешь? Тем более тебе там работу предлагали. Юрий Иванович, я не знаю, как бы мы без вас. Спасибо, что не забываете. Глафира, ты что? Ты что, очумела, что ли? Просто для нас вы… Иди, иди, иди. И без этого. Жена у меня, понимаешь? Анют, уходишь. Вызвали в санупр. К ужину буду. Я провожу. На месте, стой!
Так, у всех собрать документы. Товарищ генерал! Передать мне. Глядите, какую я птицу вашу приношу. Каждого пофамильно. Иду по нужде, а он из погреба вылазит и ползет. Есть. Я говорю, что ж ты ползешь, вот что ли? А он Ниферштейн не понимает. Быстрее, ничего. Пима. Да. Вас вет, мия пасьен. Он спрашивает, что с ним будет. А с остальными что, не важно? Расстрелять все. Отставить. God. Скажи ему, что война для них кончилась. Товарищ генерал, может, одеяло ему, а то он окоченился. Так, отведите-ка его в палатку и допросить по форме. Есть. Шнель. Вот то, что при нем было. Ну и холодрыга. Я после войны на самой толстой девахе женюсь, чтоб грело. Шапку поправь, а то вши разбегутся. Ты что делаешь, командир? Какой бред, какая палатка? Что? Домой будем отправлять? Рожать? Ну, мамочка, поздравляю с новой гражданкой. Тереховой Надеждой Алексеевной. Посмотрите, я там все правильно заполнила? Распишитесь, пожалуйста. Вот здесь. А девчонка особая. И в кого такая? На отца похожа. Она похожа на маму. Извините, вы Антонова? Да. Антонова Катерина Афанасьевна, да, это вы? Да, я к вам от мужа вашего. Я сама из Саратовской области, а как война началась, я на курсы медсестер пошла. А теперь вот к матери сунулась, а она меня прогнала. А там сестры на выданье, кто их теперь возьмет? Знаете, она мне так и сказала. Лучше бы тебя убила, говорит, чем такое. И куда им еще лишний рот? Там и так кушать нечего. Кругом одни полтинники. В смысле, те, кто без отца. А у моего Катерина Афанасьевна, у моего отец есть. Он просто не свободный он. Катерина Афанасьевна, подойдите-ка сюда. Я насчет земли. Вы под огород весной берете? Мы двор на участки делим. Так, ладно, все, я вас записываю. Катерина, я уже от вас оставила там продуктов для деток, ваши жилицы. Даже не благодари, меня в редакции кормят, как голодающую. Так, все. Так что не объедите. Так, а это кто? К вам, что ли? Да, родственница. Родственница? Ну куда же вы? Да норма же на человека 5 метров, да вы что? Ничего, разместимся, метража хватает. Дочь от непорочного зачатия рожает. Мать походную жену мужа в дом ведет. Ты видела ее лицо? Чью-то и в дом ведет. Полоумные. Или святоши. Слышь, говорят, у тебя муж новый. Журналист именитый. Болтают. Просто работаем вместе. Что же, с ума сошла боевого офицера менять на какого-то писаку? А сережки-то новые. Давай, давай. Проходите. Ага. Нашла тебя, значит. Она уже сюда с утра приходила и сказала, что ты на работе. Сюда. Здесь мужа родственники эвакуировали их. А вам тогда сюда. Вот. Дочка с детьми в Подмосковье. Комната свободная. Располагайтесь. Спасибо вам большое. Спасибо. Мне ведь действительно больше некуда. Николай Ильич велел насчет размещения сразу к вам. Меня Лиля зовут. Ну, раз велел, приказы не обсуждаются. Спасибо. Thank you.
Смирно! Благодарю за службу, ребята. Вовремя самолеты доставили. Спасибо. Вольно, разойдись. Ну, так двое суток, так? Ну, а до Москвы, считай, 40 километров всего. Соображаешь? А подписка о секретности узнает по трибунал. Я сына своего вообще не видел. Пусть трибунал. У меня только одежды гражданской нет. Поможешь достать? Ну, ты совсем без головы. Ну, ладно, пойдем. Так, вот молодец. Ай, хороший мальчик. Мам! Вот. Мама, где мама? Мама скоро придет. Алексеич, ну ты ж мужик. Ты ж делиться должен. Да. Да и с медведем поиграть. Ты целый день сегодня с ним играешь. Да. Ой, кто это? Мама. Кто это плачет? Пришла. Кто? Нет, кто? Кто? Кто это? Куда? Мама. Куда? Мама, здесь все. Где твой медведь? Где наш медведь? Смотри, где твой? Твой медведь, это твой. Мой. Ты мой хороший. Надежда. Ну, Надин, вам в Москве забыли медведя, это его. Мама, ой, ты идешь. Мой хороший. Его, ее. Ну, все. Все, все, все. Ей ну, бы ласки плачь, хоть немного. Мой. Она же не по своей воле у нас оказалась. Да? Машину мама. Прислали из Москвы за новыми передатчиками. Я еду. Ну, ну, мама здесь. Уложишь детей, ладно, Глаша? Хорошо. Пойдем, пойдем. Все, мама здесь. Ну, прости меня, мамы долго не было. Их сейчас, они за городом. Ну-ка, домой живо. За городом? Где? Какой адрес, вы знаете? Я не знаю, я сама здесь недавно. Люд. Так, может, вы письмо ей напишете? Или передать чего? Не, я лично должен. Сам. Спасибо. Стойте. Алёша! 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 Тебе нужно сказать. Я ведь ни капли не верила, что с тобой что-то случилось. А потом эти медведи, и я все поняла. Алёша.